Всем привет, с вами Скрылат. Продолжение прохождения по сражениям стальных гиганты. И начинаем наш матч против Атлетико Мадрид. У них на воротах... Сейчас, лучше вот так вот. Кто это? Куртуиз какой-то. Я знаю Куртуа, но Куртуиз. Ну ладно. Слева направо в защите Филиппе, Годин, Вилсон и Силвио. Полузащита Арда Туран. Валтур, не знаю этого игрока. Вилла, Салвио, Виллу тоже, кстати, не знаю. Нападение Фалькао и Путан. Ну, надеюсь, что я правильно. Путан все-таки. Блин, Фалькао это все-таки опасно, поэтому нужно почаще в оборону бегать. Скорость позволяет, к счастью. Красивый стадион. Но все-таки вроде бы он в реальной жизни не такой. Атлетико Мадрид. Ну ладно. Не будем сильно обращать внимание. Отлично, сразу же хорошая атака может возникнуть. И удар. Отбил. Ничего себе. Помешали довольно-таки мне. Посмотрим на повторе, как это все было. Странно, что этот игрок у меня мяч не отобрал еще. Ну, неплохая атака, если бы я сразу же нажал на то, чтобы ударить, но, к сожалению, нет. Еще один головой. Вроде бы был рикошет. Да. Рикошет был. Я буду ждать тут. Отлично. И пробью. Да, слабый удар. Ну, я бы не забил, я в этом уверен на все 100. Но попробовать стоило. Бывают все-таки ляпы у вратарей, все, у всех футболистов, так что почему бы и нет. Так, давай, пасуй, или ты пасуй хотя бы. Спасибо, я очень рад, что ты решил все-таки. Голевая, отлично, все-таки легко играем довольно-таки с первых минут. По крайней мере, Атлетико Мадрид еще нас не атаковал. Это радует. А у нас уже было две атаки, если я не ошибаюсь. Довольно-таки хорошие. Держи. Опять в атаку. Защиту, как я уже говорил, буду все равно почаще уходить. Так как против такой команды это нужно. Ух ты, опасно. У нас 5 ударов по воротам. Ну ладно. Так, я вперед. Ну не магнитился ты. Я хотел вперед побежать. К сожалению, мой игрок примагнитился. Ой, молодец. Отлично сыграл. По крайней мере, остановил атаку и дал время отдышаться. И контратака. Давайте, ребята. Отлично. Нет, ну что ж это за прием-то такой отвратный. Хотя ему мешали, поэтому ладно. Пасами уже более-менее, у меня, по крайней мере, наладилось. Это радует. Так, ну хотелось бы, конечно, чтобы команда не хромала с ними. Пасуй. Спасибо. Ой. Я хотел развернуться. Ну, по крайней мере, аут. Довольно-таки близко возле ворот противника. Рикошет. И, скорее всего, да, угловой. Это радует. Третий угловой уже наш. Мне кажется, что... Да, не зря я выбрал эту позицию. Что это за бред был? Как это так от меня отскочил мяч, я не понял. Ну, это PES. И этим все сказано. Точнее, PES 13. Так как предыдущих я не замечал подобного, по крайней мере. Невидимые стены какие-то. Бред. Так. Ну, ладно.
нет смысла бежать, тратить силы. Хотя я и так уже довольно-таки набегался, поэтому сил бы, я думаю, больше не потратил. Так как они у меня, по идее, должны были быть на нуле. Но сейчас я отдохнул и могу смело идти в атаку, да, хотел сказать. Ой, сейчас будет опасно. Фалькао. Фу. К счастью, Фалькао оказался в офсайде. Да, два игрока были в офсайде, так что все супер для нас. Ну, конечно, опасно бы. Было очень опасно, если бы офсайда не было все-таки. И думаю, был бы счет 1-1. Я даже в этом уверен практически. Но счет 0-2. Так, мне нужно забивать, потому что, учитывая то, что у меня голевая, те парни, у которых все-таки голы получше меня, должны, ой-ой, рейтинг иметь. Нарушение на карточку было вполне. Посмотрим на повторе, возможно, я ошибся, но не, нарушение точно такое было на карточку. Ну ладно, попробуем пробить. Да, опять же не привык пробивать за своего игрока. Ну, учусь понемногу. Если бы мне чаще давали пробивать, то я бы уже смог бы нормально рассчитывать силы и расстояние. Но, увы, пока такой возможности нет. Так, отлично. Давай, беги. Пасуй. Да, помешали друг дружке. Игроки. Защита. Нам же лучше. Ой-ой-ой. Хотя не, я Фалька вообще не... А, не. Он был там. Справа отдам. Не выше. Так, нарушений не было. Не надо тут. Ой-ой. Ну, офсайд. Да, зря он, конечно, решил через себя бить. Попижонить решил все-таки. Хотя, может, он услышал, что офсайд. Просто так. Ой-ой. Отлично. Давай, пасуй. Пасуй. Гол. Все-таки смог. Ну, вроде что-то Куртуа как раз-таки. Почему-то так написано. По крайней мере, по лицу. Ну ладно. Вроде бы вот так вот. Вроде бы да. Надеюсь, не ошибаюсь. Потому что у меня иногда такое бывает. Так. Отлично. Молодцы защитники, конечно, очень радуют. Почему опять примагнитил самой игрок, непонятно. Пасуй, фух, успел. И упал. Как же он долго встает, это ужасно. Так, я буду крыть Фалькао. Не зря. Ой, как не зря. Хм, прикольно. Все-таки Фалькао хорошо играет головой. Хотя я его и хорошо крыл. И вроде бы он меня выше, по идее. Хотя, я... ну, вроде бы у меня 180 сантиметров. Ой, не вышло ничего сделать. Сейчас будет Фалькао, похоже. А, нет. Ну да, Фалькао. Мог довольно-таки хорошую атаку организовать на наши ворота. Но защита, как всегда, на высоте. Хотя и пас был довольно-таки плохой. И гол. Ничего себе, действительно гол. Выходи, стала забивать головой. Это меня очень радует. Ну, неплохо. 4-0, еще 0-4, учитывая то, что мы играем в гостях. Может, это намек на то, что нужно увеличивать уровень сложности. Но пока я не очень хочу, если честно. Все. Победа. И мы должны быть на первом месте. Я думаю, что кто-то больше нас смог забить все-таки. Хотя, возможно, такой поворот. Барселона победила Севилью 1-0.
Валенсия Вильядолид 1-0 тоже победила. Рай Валекано проиграл Атлетику 0-1. Реал Сарагоса 0-0 с Сильтой. Реал Соседат проиграл Малаге 3-0. Зачем Малаге? Мальорка 1-0 Леванте выиграл. Молодцы. Эспаньол Барселона проиграла 0-1 Реал Мадриду. Хетафе 2-1 против Бетиса. Гранада 3-1 против Депортива. Нет, никто не забил больше нас, поэтому мы на первом месте. Это радует. Так, и... Ну, это, скорее всего, Буцы. Игра против Эспаньол Барселоны. Не знаю. Увеличивать сможете или нет. Ну, пока, опять же, не хочется, пока игра за Сосуну. Самоуверенность меня погубит. Что-то такое чувство у меня. Нет, меня все-таки не купят. Ну ладно. Ничего не поделать с этим. По крайней мере, я уже довольно-таки хорошо сыгрался с командой. Она меня радует в последнее время. Что может быть лучше? Так, объявлен лучший игрок УЕФА в Европе. И кто это? Это меня вообще нет. Ну ладно. Малгани из Наполи первое место. Второе Сеск Фабриас из Барселоны. И Месси третье место. Опять же из Барселоны. Так, больше ничего, да, интересного нет. Ну ладно, на этом все. Увидимся.